А тут мощный Костян Иванов делает забивочку плечей после отжиманий скоки на руках. Этот чувак уже долгое время тренируется, уже тащит это дерьмо со всем его составляющим. Поэтому, друзья, если видите его на улице, пожмите ему руку, сфотографируйтесь с ним. Хотела же, чтобы я умерла. Вот смотрите, вот так тренировка проходит. Вот смотрите, просто смотрите. Видите? Они ни хрена никогда не делают. Вот просто. Вот я подошел, прошло уже 15 секунд. А, нет, вот, все, вопросов нет. У парней сразу начало получаться. Самый взрослый человек в этом спортивном зале. Дядя Дима. Поэтому здесь просто без комментариев. Он просто тащит, может. Оп! Вот! А многие просто сидят на диване и даже не совершают попытки чему-то научиться.